Ребята, всем привет, на канале Никита Тай Геймс. Продолжаем играть в танчики Hills of Steels. Это у меня новый аккаунт, поэтому я здесь хочу пройти путешествие. У меня зимняя карта. Мы остановились на 21 уровне. Давайте я попробую самым первым танчиком проходить. Вроде вы писали, что это танчик топ, лучше его прокачивать, так что пробую. Так, вражеский магнит, способность. Притягивает врагов. Ой-ой-ой-ой, наверное, мне не стоило, ребята, это брать. Зачем они мне здесь? Я не хочу, чтобы ко мне их притягивало. Ладно, может быть... Ой-ой-ой. А, ну их хотя бы подбрасывает, это неплохо. То, что их подбрасывает, поднимает как бы вверх. Это, быть может, мне и будет на руку. Ну ладно. Пока таким образом происходит. Капец. Да, иди сюда. На. Так, ну много надо, смотрите. На этом уровне нужно будет вынести много танчиков. Подтянули, подтянули, мы его подтянули. Не, ну в принципе нормально работает эта способность, неплохо. Так. Давай. А, пускай побьет поближе. Сейчас я... Ух ты, как оно издалека его начинает, да, подтягивать. Даже половину еще не прошел. Это вообще самый опасный танчик на меня нападает. Так, этого подтянем. Подтянули. Отпусти меня, короче, уже перетянул. Так, есть. Наполовину где-то, ё-моё, сколько танчиков. О, он в меня, смотри, он в меня два раза попал. Ну он вообще красавчик. Смотри, он сейчас мне все жизни отнимет. Что ты делаешь, чувак? Ты обычный танчик. Как удачно я подлечился. Да, на таких танчиках нельзя проигрывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я от них не смогу отвязаться. Нет, все ракетки. Все ракетки, ладно, 8 самоцветов, чтобы не смотреть рекламу, меняем. Способность. Давай, очередь. Все-таки лучшая, наверное, лучшая способность. Очередь, бронебойный выстрел, такие... Способности я больше люблю, где хотя бы сразу по два урона отнимается. Ну, в любом случае, когда больше урона я могу отнять, это хорошо. Так, один готов, второй почти и последний. Да, конечно, жесть. Так, но, тем не менее, я прошел, поэтому, ребята, можно забрать обычный ящик. Так, у меня к башне. К башне пулеметик. Вот давайте, может быть, башню и поставим, раз на меня пулеметик можно будет качнуть. Так, где мои... Ё-моё, а где мои танчики? Подожди. Стоп. Вот мои танчики. Немножко неудобно после обновления в этом интерфейсе ориентироваться. Так, я могу... Ага, не могу я ничего улучшить, только мне 10 карт выпало. Ну ладно, давай попробуем башней. Ой, не башней, а чонком. Так, чонком. Супер урон ставлю. Поехали, смотри, летят. Кто летит? Летят бомбочки. О, у меня пулеметик в деле. Блин, а как мне в него попасть? О. И здесь не попал. Ну что ты будешь делать? Но зато у него когда два пулеметика. Это хорошо. Так, вот я не люблю подъемы. Нет. Да ладно, меня сейчас просто вынесут. Я даже ничего делать сделать не смог. Ладно, 8 самоцветов заряжаю. Больше урона. Конечно, это, конечно же, жесть. Так, ладно, надо что, разгон? Но чонг медленный, не поднимется. Вот я ставлю, что он не поднимется. И еще не попадает, но это вообще, конечно. Что это за танчик? Конечно, жесть. А, еще пачка ракеток. Не, я не могу на это смотреть, ребята, я просто... Танчик не для этого уровня. Так,
Ну что, что можно еще здесь задействовать мне? Давай попробую. Ага, у меня усилитель. Ремкомплект пускай остается. Давай Феникса. Так, что такое ярость? Увеличение урона при низком уровне здоровья. Ё-моё, себе сейчас жизни уже отнял. Короче, танчик это тоже походу не для этого уровня. Да, я ничего не могу никому отнять, не могу даже подъехать как-то близко. Так, ладно, идем дальше. Что еще у меня? Опять что, только кобра остается. Другими танчиками. Остальные танчики закрыты из крутых. И, ну, может титан. Давай, ребята, может еще титан. Я его качнул. 6-й левел. Давай, 7-й левел. И здесь ничего нету. Ё-моё. Ну давай, титан. Пробуем. Короче, пробуем все танчики. Посмотрим. Давай, вражеский магнит. Наверное, вроде все-таки это может быть лучшая способность. Хорош, я удачно сейчас выстрелил. Так, я жду. Ага, хорошо, вот сейчас нормально, избавился от этих бомбочек. Я не попадаю в этого чувачка. Я его подтяну, может? Давай, буду надеяться, что я его подтяну просто. Да, за счет того, что я его подтягиваю. Ох, точка ракеток. Догонку еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не везет мне. Так, ну что, кажется, танчик такой, да, простяцкий. Но отнимет все. Все отнимет, что у тебя есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Фу. Хоть немножко подлечимся. Только не ты, только не ты. Нормально, я успел. Я успел. А у меня увеличение урона при низком уровне здоровья, поэтому... По идее, чуваки... Да блин, он там попадает в меня. Так, ладно. Из-за бугра будем. Один готов. Короче, из-за бугра, ребята, стреляю. Если он сейчас в меня еще выстрелит. А, ну это точно не достанет так далеко. Так, ну поехали. Там еще где-то последний, да. Вот он стоит, танчик последний, своими ракетами. Так, ну ладно, давай. Увеличение здоровья при низком уровне. Ой, да, при низком уровне жизни. Увеличение урона. Ну, я подлечился. Так, давай, поедем, потянем его к себе. Хорош. Нормально, нормально, ребята. Двигаемся дальше, давай сразу. Оставляю пока этот танчик. Больше исцеления. Давай опять. Я все-таки за вражеский магнит, хотя можно было... По две пульки выпускать, выбрать. Я так притягивайся, ну же. Мне надо ближе подъехать было, ладно. Давай, давай, давай. Притягиваем. Да блин, плохо. Да блин, разворачивайся. Да капец. Как вот это могло произойти? На каком-то нульцевом танчике. Да, придется опять самоцветы сливать. За что я не люблю титана? Если он поднимается, то все. Да блин, что не уничтожил эту бомбочку. Ладно, пускай танчик-то подъезжает. Да ё-моё, немного ему отнял. Хотя здесь танчиков не... Сколько? Ну, штук 5 надо будет всего лишь сбить. Так, спускаемся. И очень быстро. Ой, ой-ой-ой, кто нас там тут встречает? Да ладно. Чуваки, пожалуйста, не трогайте меня. Я ж свой. Да. 8 самоцветов, иди сюда.
Так, давай. Зигзаг пульки. Да что ты будешь делать? Я его уничтожу или нет? Да куда ты едешь, Титан? Ты что творишь? Капец, я не могу его достать. Смотри, танчик слишком низкий для меня. Вдвоем. Да ладно, 16 самоцветов хотя, чтобы я потратил. Короче, трачу 16 самоцветов, и что? И я типа выиграл. Ну это вообще, конечно. Все самоцветы. Все самоцветы, ребята. Так, ну поехали. Я хочу дойти до босса. Уже раз на то пошло. Давай супер исцеление попробуем. Ага, что? Ремкомплекты восстанавливают больше здоровья. Так у меня ни одного ремкомплекта нету. И здесь будет много танчиков. Это я уже понял. Потому что они практически не пополняют ту полоску сверху, которая есть. Чонг лучше, наверное. Надо было, наверное, его, ребята, ставить чонг. Да ё-моё, смотри-ка, что они творят. Все, они, короче, меня загасят однозначно. Так, давай попробуем все-таки чонка. Может быть, ему повезет с его пулеметом. Быстрая перезарядка, я верю. Я верю в то, что мой пулеметик меня не подведет. Хорош, вот сейчас мне нравится. На таких прямых участках. Входим, отходим, отходим. Еще он, ну он очень медленный, вот это его, конечно, проблема. Хорош, сразу троих. Не, ну много танчика вынес, но смотрите, там еще даже, ну, чуть-чуть пополнилась, да, эта шкала по танчикам, сколько мне их надо здесь сбить. Да, блин, все равно в меня попадет. Отъезжай назад, не отъезжай назад. Да сколько этих танчиков тут будет? Я боюсь даже представить. Раз, два, три. Четыре раза попал. Да ты прикалываешься или что? Я вот сверху их сейчас так вот буду накрывать своим пулеметом. Так, нормально. Ну хотя бы ремкомплект собрал. Угу, чувак едет. Да ладно, Чонг, ты что творишь? Ну короче, танчики какие-то умные. Я их просто не могу достать, и все. О, вынес. Да. О, нет, там еще один. Да ладно, вынес. Там может быть еще один. Так, пока никого не видно. Ну, уровень, конечно, длинный. По одному танчику надо мне ждать, пока они поднимутся.
Нет, ну ты что, гонишь, что ли? Он находит место. У меня жизнь все. Ничего нету. Хотя бы ремкомплект какой. Да, ремкомплект появился, нормально. Живем. Так, ну что, здесь будет кто-нибудь? О, прямой участок, это плохо. Это плохо. Там ремкомплект вижу. Два ремкомплекта. Короче, смотри, ребята, пачка танчиков едет. Просто по прямой. Это даже, наверное, лучше все-таки. По прямой я хотя бы в них попадаю. Фу. Хотел сказать, что уже все прошли. Нет, еще один. Еще один танк. Два еще. Давай, добиваем. Нет. Ой, вернее, есть, прошли. И, наконец-то, ребята, наконец-то босяра. Ну что, погнали. Больше урона, конечно же, ставлю больше урона. Босс. Это удар грома. Ну, вроде бы не сильный босс. Посмотрим, как оно будет. Где он вообще? Пока боссами не пахнет. О, появился удар грома. Босяра. Ну, я ему, знаете, не очень-то отнимаю что-то. Так, ну же. Он меня зажимает. Давай, пожалуйста, успевай. Есть. Прошел. Фу. Отлично. И забираю, ребята, редкий ящик. Редкий ящик, пожалуйста, новый танк. Нет, нового танчика нету. Ну что, ребята, такая серия. Еще немного осталось. И я эту зимнюю локацию уже пройду. С вами был Никита. Подпишись, поставь палец вверх. До скорого. Пока-пока.